«Дорогие мои москвичи» – это название нашей группы. Вы согласны с этим? Ведь в этом слове не то чтобы какая-то материальная ценность, а духовная ценность, конечно же. Это прожитые наши годы, это наша закваска. Мы советские люди. Еще раз поздравляем с Днем Матери и желаем добра, здоровья. Закипает Москва, стали синими дали, ярче блещет перекрестки луны. День прошел, скоро ночь, мы, наверное, устали. Дорогие мои москвичи, можно весну окончить и простыми словами, если эти простые слова горячи. Мучений не надо, это радость. Радость его тоже. Переживали, что там что-то не получится. Конечно. Волнение. Чем там? Это я в полголоса. А почему там еще акустика? Ну, другой жанр. Как прошел ваш концерт? Какие впечатления? Ну, в общем, довольно тепло. Все, кто пришли, сказали, что уходить не хотели. Понравилось, тепло и уютно было.